Молодежный театр «Ангажемент» открыл юбилейный сезон. 25-летие коллектив отметил премьерным спектаклем-концертом. Над постановкой работали вместе с московскими артистами и режиссерами. Его поставили студенты и выпускники столичного ГИТИСа. На первый показ даже приехал один из главных театральных критиков России. Делал такой рейтинг 10 лучших провинциальных театров и начал их выбирать. И, знаете, «Ангажемент» у меня в него вошел. Мне кажется, что этот театр замечательный не только тем, что в нем есть такой большой русский актер, как Окунев, а то, что здесь очень с каким-то искренним любопытством смотрят по сторонам. Эту постановку можно будет увидеть и сегодня вечером. Юбилейный спектакль-концерт войдет в постоянный репертуар. А в эти выходные сезоны открывают также драматические кукольные театры и молодежный центр «Космос».